Добрый день, с вами на связи Надежда Мельман. И в этом ролике я расскажу, как компания Infinii оплачивает работу своих дистрибьюторов. Ни для кого не секрет, что мы приходим в тот или иной бизнес, потому что нам всем нужны деньги. Сколько – это уже каждому по-разному. И зависит от того, у кого какие амбиции, цели или планы. В любом случае, деньги нам нужны, чтобы иметь возможности, которые они предоставляют. И вот когда мы приходим в бизнес, то нам необходимо знакомиться с маркетинг-планом, именно для того, чтобы увидеть тот образ, те суммы денег, которые нас ожидают. И это нормально, потому что перед началом любой деятельности, даже когда человек устраивается работать по найму, каждый хочет знать, что он должен делать и что ему за это заплатят. Поэтому и мне сейчас тоже хочется вам показать те горизонты, которые перед вами могут открыться, если вы станете или уже стали партнером компании Infinii. Первым делом нужно отметить, что в компании весь товарооборот исчисляется в баллах, которые затем один к одному конвертируются в доллары. Поэтому здесь и принята аббревиатура BV – Business Volumen – очки или баллы. И в компании они сейчас создаются пока только тремя способами, хотя компания постепенно будет вводить и следующие источники дохода. Первое – это розничные продажи на платформах электронной коммерции, то есть сама торговля. Когда мы все работаем через компанию Infinii на платформах Springboard, Amazon, eBay, Google Shopping, Shopify, то мы все генерируем там какой-то товарооборот, а вот затем он по определенной формуле конвертируется в BV. И хочу сказать, что прибыль здесь абсолютно ничем не ограничена. Это чистой воды торговля. Также и во втором источнике дохода, розничной продажи на Infinii Marketplace, который откроется в первом квартале 2016 года, также здесь абсолютно ничем не ограничен этот доход. Но нам сейчас интересен третий источник, компенсационный план Infinii. И хочу сказать, что здесь выплаты производятся по такому маркетингу, где существует 7 уникальных бонусов. Они переплетаются между собой и в результате создают самый сильный компенсационный план в истории сетевого маркетинга, где 70% от общего заработка компании выплачивается обратно в сеть партнерам. И хочу заметить, что это миллионные суммы. Этот маркетинг был сделан с целью дать стабильный дополнительный заработок обычному статистическому человеку, чтобы каждый мог быстро, легко, без потрясений прийти к своей прибыли. Таким образом, здесь открыты просто огромные возможности для любого здравомыслящего человека, от абсолютного новичка до матерого лидера. В итоге мы имеем так называемый гибридный маркетинг-план, который состоит из двух частей. Одна часть бинарная составляющая, другая часть линейная. И вот сейчас как раз именно гибридный маркетинг-план является на сегодняшний день самым динамичным, самым прогрессивным и выгодным, потому что он содержит самые сильные и самые интересные аспекты сетевого маркетинга. Ну а теперь давайте рассмотрим все те 7 бонусов, которые нам предлагает компания. Прежде чем иметь права на получение бонусов, нужно стать партнером компании, оплатив определенную сумму в долларах. Так вот, возникает вопрос, что мы оплачиваем при входе в этот бизнес? Компания Infinii создала программу, которая позволяет овладеть интернет-коммерцией любому человеку, причем в автоматическом режиме. Она как робот по особому алгоритму работает за человека, тем самым максимально облегчив получение прибыли от электронной коммерции, которые очень сложные. И вот чтобы пользоваться этой программой, нужно купить вот эту как раз лицензию. Есть 3 вида этих лицензий, которые различаются по функционалу, который находится внутри их, то есть по их возможностям и, естественно, поэтому по цене. Лицензия Prime стоит $50, Sage 150, Excel $400 в месяц. И обратите внимание, это цена за месяц. Но не пугайтесь этого. В компании не зря есть несколько источников дохода, и они так функционируют, так переплетаются между собой, тем самым они приносят доход вам. На следующий месяц лицензия оплачивается с уже заработанных денег. Конечно, хочу сказать, что это может произойти не сразу, но для выхода на чистую прибыль, поверьте, понадобится не так много времени. Здесь абсолютно все просчитано. Таким образом, для тех, кто решил работать самостоятельно и зарабатывать только на торговле с помощью инструментов Infinii,
тем достаточно оплачивать ежемесячно свою лицензию и работать на платформе Infinii. А вот кто решил в разы увеличить свой будущий доход, кто решил работать в команде и строить свою структуру, тем необходимо каждый месяц дополнительно доплачивать 9,95, то есть $10. Это как административный сбор. И это является обязательным условием в партнерской программе Infinii. Обязательным условием. Но заметьте, что заплатив $10, вы можете только начать строить структуру, но все баллы от ваших новых приглашенных партнеров будут проходить мимо вас до тех пор, пока вы не оплатите лицензию. То есть полный доступ ко всем бонусам дает лицензия плюс административный сбор. Запомните это, обратите на это внимание. И вот на этом слайде вы видите все перечисленные 7 бонусов, которые ждут наших партнеров и которые есть в этом маркетинг-плане. И давайте сейчас рассмотрим каждый из них поближе, а уже в конце подведем итоги. Самый первый бонус для партнеров, которые работают в команде, это бонус за личные приглашения. Fast Start бонус, или его еще называют бонусом быстрого старта. Когда мы приглашаем новых партнеров, то они, чтобы начать здесь бизнес, покупают лицензию. И вы, как спонсор, получаете 15% от стоимости купленной ими лицензии. Когда ваш партнер делает апгрейд лицензии, то есть доплату до следующей, более функциональной лицензии, например, с $50 на $150, то вы, как спонсор, получаете разницу между суммами этих бонусов. То есть 22,50 минус 7,50 – это будет $15. Или 37,50, когда партнер, например, со 150 переходит на лицензию за $400. На первый взгляд кажется, это не очень-то такое высокое вознаграждение. Но это только на первый взгляд. Ведь лицензии обновляются каждый месяц. И этот бонус вы будете получать за своих личных партнеров каждый раз, практически каждый месяц, когда они будут обновлять свои лицензии. Поэтому очень выгодно иметь широкую линию из личных партнеров. Следующий вид вознаграждения компания ввела для ускорения движения в наших командах в самые первые дни работы. Этот бонус называется Beginner бонус, бонус ускорения на старте. В сетевом бизнесе очень часто для только что подписавшихся партнеров первые дни – это самый трудный этап. Поэтому, чтобы избежать преждевременного разочарования, чтобы наиболее комфортно каждый мог пережить этот период, компания ввела эти бонусы. И первый бонус у нас за личные приглашения в течение первых 30 дней. Если вы в течение первых 30 дней с момента регистрации в компании лично пригласили в бизнес партнеров, которые купили лицензии на 200 баллов, то вы получаете в качестве бонуса $50 премии и далее, соответственно, вот этой первой табличке. За 400 накопленных баллов $100, за 800 200 баллов, за 1600 400 баллов. Давайте произведем небольшой расчет. Но как могут получиться эти 200 баллов? Вы либо приглашаете четверых человек на лицензию за $50, либо одного человека за 50 и одного на 150. Все, вы получаете бонус $50. Да плюс еще бонус за личное приглашение, Fast Start бонус, про который мы только что говорили. И вот смотрите, не прошло еще 30 дней. Или вы только-только уложились в эти 30 дней. Бизнес только начался. И вы, выполнив это условие 200 баллов, вы таким образом сразу возвращаете свои вложенные деньги, которые только что заплатили на старте. Все, вы получили свой возврат. Вот таким образом каждый может просчитать. И вот так компания нас стимулирует на самом старте, чтобы у нас было больше денег, чтобы не пропал интерес к этому бизнесу. И вот следующий бонус из этой категории за быстрое развитие команды. Вы пригласили людей, вы лично их пригласили. Теперь это ваша команда, это ваша структура. И вот если вы только двигаетесь к статусу директора, естественно, только начало, вы только двигаетесь к этому статусу. И если в общей сложности вы не заработали более чем $3000, ни по фаст-старт бонусу, ни на личных приглашениях, то таким образом по пути движению к этой цели директорской компания его вознаграждает этим бонусом. Здесь не учитываются переливы, это ваша личная команда. Смотрите, в вашей личной команде должно быть накоплено 2500 баллов,
и у вас несколько жилищных приглашенных людей. Вот с каждой веточки может быть взяться эти 2500, не более 1200 баллов. Тогда вам выплачивается бонус $250. Если ваша команда накопила, создала товарооборот на 5000 баллов, с одной ветки в зачет этой суммы может взяться не более 2000 баллов, то тогда вам выплачивается бонус $500 и так далее, 750 тысяч долларов. Вот таким образом здесь компания уже стимулирует развитие вашей структуры, начиная минимально вот с этих $250. Но и это еще не все. Третий бонус. Опять же, вот у нас ориентир – директорский статус. Директорский статус дает очень много. С него начинаются другие бонусы. Мы имеем доступ к другим бонусам. Так вот, когда мы движемся к этому статусу и достигаем статуса менеджера, то тогда нам компания в первый раз выплачивает бонус ускорения на старте – $1000. Когда мы достигаем статуса регионального менеджера, мы получаем вторую $1000. И когда мы достигаем статуса национального менеджера, нам выплачивают третью $1000. И согласитесь, здесь мы видим, вот смотрите на эти таблички, на каждом этапе с самого первого шага, с первых дней компания нас стимулирует, она нас подталкивает к развитию бизнеса. Мы здесь видим, к чему нам нужно стремиться, что мы можем получить по результатам своей работы. И мы даже можем заранее рассчитать необходимое количество баллов в нашей структуре и составить план дальнейших действий. Третий бонус – это самый большой бонус, самый денежный, бинарный. Он выплачивается за развитие команды и по итогам рабочей недели с пятницы по пятницу, а точнее с 8 часов утра до субботы до следующей субботы до 8 часов утра по московскому времени. Компьютер посчитает, и через 48 часов в бэк-офисе все увидят свои результаты. Так вот, здесь при расчете бинарного бонуса мы имеем дело с бинарной структурой, которая имеет две отдельные ноги, две команды, левую и правую. Как правило, одна команда является спонсорской, общекомандной, а другая – вашей личной. Здесь вашей командой являются все те партнеры, которые в этой бинарной структуре находятся ниже вас. Чтобы иметь право на этот бинарный бонус, нужно выполнить необходимые условия, то есть нужно сделать квалификацию. Вы сами лично должны пригласить двух партнеров минимально на лицензию в $50 и разместить их в этой бинарной структуре, одного слева от себя, другого справа. С этого момента, как только вы сделали квалификацию по бинару, вы получаете переливы, то есть ваше место начинает аккумулировать приходящие снизу баллы. Здесь учитываются как ваши личные объемы, сделанные вашей личной структурой, и объемы от перелива от вышестоящих по бинару партнеров. На начальном этапе величина бинарного бонуса 10% от товарооборота малой ноги. Когда вы растете по карьерной лестнице, то, естественно, также растет и этот процент – 15 и 20% максимально. Допустим, вы имеете статус директора, и в меньшей ноге за неделю было сгенерировано 28 тысяч баллов. 1 балл – это $1. Таким образом, по результатам недели ваш бинарный бонус составил 15% от $28 000. Это $4200. Не зря говорят, что этот бонус самый денежный. И тем более, это еженедельный бонус. Естественно, мы работаем дальше. Товарооборот растет у структуры. Но он не может быть ничем не ограничен. И здесь компания также ввела ограничение, как бы потолок, максимальную выплату не более $50 000 в неделю. Вот такой максимальный потолок, такое ограничение существует по этому бинарному бонусу. Но повторяю еще раз, что это самый денежный бонус, поэтому мы на него обращаем всегда внимание. Тем более при регистрации мы сразу определяем место нашим будущим партнерам, в какую ногу, в какую сторону мы их размещаем. То есть мы имеем полный контроль за размещением людей нашей структуры, наших лично приглашенных партнеров. Это был третий бинарный бонус. Следующий бонус называется Infinity Pay – бесконечные выплаты по личной группе.
Этот бонус вы получаете от результатов работы вашего первого поколения за неделю. Каждый личный партнер имеет свою личную группу, как бы подгруппу. И вы, как спонсор, будете иметь по итогам недельной работы право на 5% от объема каждой такой группы. При учете товарооборота здесь баллы складываются как от продаж, так и от построения структуры. Сам этот бонус Infinity Pay выплачивается только в том случае, если выполнен еженедельный минимум, и он должен быть не менее 500 баллов. Это чтобы такой объем был у всей вашей группы. Как только эта граница пройдена, вы выполнили это условие, то тогда вы имеете право на получение этого бонуса. Но также здесь есть ограничение по выплате с одной ветки структуры, и эта сумма возрастает в зависимости от ранга. Смотрите, директор может получать с одной ветки не больше 200 долларов, сеньор-директор 500 и так далее. И таким образом этот бонус выплачивается вообще со всей глубины вашей структуры до бесконечности, но все же есть ограничения – не более 200 тысяч долларов в месяц. Посмотрим на примере, как он рассчитывается. Вот у вас есть 5 личных партнеров, и за неделю они сгенерировали 20 700 баллов. Затем берется 5% от этого объема, и получается, что ваш Infinity Pay – 1035 долларов. Вот так рассчитывается этот бонус, и действительно это получается очень большие деньги, и поэтому здесь каждый партнер, он кровно заинтересован в развитии своей структуры, чтобы иметь очень большое, широкое первое поколение, потому что с каждой такой линии можно получать очень большие деньги. Вот таким образом выплачивается этот бонус Infinity Pay, и по большому счету мы имеем безлимитный компенсационный план. Но вот именно этот бонус позволит стать очень богатыми людьми, многим партнерам компании InfiniEye, то есть и нам в том числе. И пятый вид бонуса – это глобальный бонус. Он назван потому, что выплачивается из фонда распределения глобальных премий. И его девизом являются слова «Лидеры имеют свои награды». И это действительно так. Потому что, смотрите, 4% всех тех денег, что зарабатывает компания, эти деньги делятся между партнерами, которые имеют эти директорские статусы. То есть он выплачивается партнером на директорском статусе до амбассадор. Директор, сеньор директор, экзекутивный директор, президент директор. Вот эти партнеры имеют право на получение этого бонуса, который в процентном отношении выплачивается 15 числа каждого календарного месяца. И если учесть, что у компании миллионные товарообороты, то считайте, соответственно, какие бонусы получают эти партнеры. Поэтому задача минимум для каждого партнера, который только вступил в бизнес, быстрее достичь статуса директора. В компании имеется еще 5 подъемных выплат, благодаря которым каждый партнер сможет зарабатывать около 10 миллионов долларов. Да, это действительно так, потому что вот посмотрите на эту таблицу. Этот бонус начинает выплачиваться со статуса директор. Как только вы достигнете этого статуса, то получаете одноразовое вознаграждение в размере 10 тысяч долларов. Но если вы это сделаете в течение первых 90 дней с момента регистрации в компании, то вам причитается дополнительная премия в размере еще 10 тысяч долларов. Таким образом, если вы при достижении этого ранга уложитесь 90 дней, то получите в общей сложности 20 тысяч долларов премии. Согласитесь, это очень прекрасная премия. И вот так далее, при достижении каждого последующего ранга, компания вас премирует одноразовой, но очень внушительной премией. От этих 10 тысяч долларов дали 20, 50, 150 тысяч, 250 тысяч, 500 тысяч, миллион, 2,5 миллиона долларов. Вот такие подъемные премии компания выплачивает своим партнерам. И вот смотрите, конечно, существуют условия по выполнению этих, чтобы получить эти подъемные бонусы. Товарооборот. На всем мы целиком полностью весь маркетинг построен на товарообороте. Чтобы получать эти бонусы, нужно товарооборот держать на соответствующем достигнутом уровне. И вот кроме ранга директор, который самый первый здесь в этой таблице, все остальные ранги должны поддерживать сделанный товарооборот, директорские статусы в течение 2 месяцев, а амбассадорские в течение 3 месяцев.
трех последующих месяцев, двух последующих и трех последующих месяцев. И тогда уже, после, когда товар, как говорится, подтвердится их квалификации, то, что они товарооборот выдержала, их группа, их структура, то тогда выплачивается этот месяц, этот бонус. И он, опять же, выплачивается не одной суммой, потому что мы видим здесь очень большие суммы. Эта выплата растягивается несколько месяцев. Вот таким образом, с помощью этих бонусов компания стимулирует партнеров, чтобы они стремились вверх по карьерной лестнице и закрывали очередные статусы. И это, конечно, возможно только при определенной работе не только себя лично, но и всей структуры от постоянно наращивания его товарооборота. И последний бонус, седьмой, золотой бонус, еще его называют золотой гамак. Этот бонус представляет из себя как бы временную пенсию, которую компания выплачивает партнеру, начиная с ранга президент-директор. А конкретно, каждый год вам будет выплачивать по 25 тысяч долларов и так два года подряд. На следующем статусе амбассадор 40 тысяч годовых 5 лет подряд. Диамант амбассадор 75 тысяч долларов 5 лет подряд. Коронованный амбассадор 100 тысяч долларов 7 лет подряд. И глобальный амбассадор будет получать 10 лет подряд 250 тысяч долларов. И если срок предыдущей пенсии еще не истек, а вы уже достигли следующего ранга и остаетесь в компании, работаете, то в этом случае пенсия суммируется. То есть здесь ничего не пропадает, и каждый партнер получает по заслугам. Оборот вашей структуры, может быть, и упадет, но компания будет все равно платить весь указанный маркетингу срок. То есть этот бонус выплачивается в любом случае. Хотя есть некоторые условия. Партнер должен оставаться в компании в течение как минимум 3 лет. Такого бонуса история сетевого маркетинга реально еще не знала. Этот бонус гарантирует партнерам настоящий пассивный доход, который можно получать и больше нигде не работать. Денежные средства будут выплачиваться в дополнение ко всем другим бонусам 15 числа следующего зачета месяца. Эти бонусы не суммируются и выплачиваются ежемесячно, действительно, как пенсия. Вот этот последний бонус, золотой бонус, действительно, он так назван. Это у нас действительно последний такой вот рубеж, которому абсолютно каждый партнер должен поставить программу максимум. Программа минимум – достичь статуса директор, а программа максимум – получить вот этот бонус, золотой гамак, чтобы так же безмятежно лежать под лучами солнца и ни о чем не думать, а деньги, чтобы нам шли. Вот это и есть пассивный доход. Это был седьмой, последний вид вознаграждения, последний бонус, который мы здесь рассматриваем. И теперь давайте мы все суммируем, что нам предлагает компания. Вы прослушали все, и теперь целиком полностью подведем итог. Эта таблица подводит итоги всему маркетингу. И здесь наглядно видны все суммы, видно, к чему надо стремиться и с чего можно достичь. На начальном этапе необходимо в первую очередь выполнить квалификацию и пригласить двоих личных партнеров, которых нужно разместить в разных ногах бинарного дерева. И далее необходимо помочь им сделать то же самое. Это самые первые шаги. Затем нужно поставить себе цель, как можно быстрее достичь статуса директора, потому что при его достижении выплачиваются первые 10 тысяч долларов. И напомню еще раз, что если вы уложитесь в первые 90 дней после регистрации, то вам выплатят еще столько же, что в итоге составит 20 тысяч долларов. Это прекрасная перспектива и достойное вознаграждение за проделанную работу. Далее, по мере развития команды, компания также щедро оплачивает труд своего дистрибьютора на этом этапе его деятельности, и поэтому здесь стоит потрудиться и стоит приложить все усилия. В свободное время изучите эту таблицу, пусть она для вас будет ориентиром. Каждый день можно просчитать и построить согласно этой таблице свою стратегию для того, чтобы выполнить успешно и программу минимум, и достойно и в ближайшее время прийти к программе максимум. И, пожалуйста, не забывайте, что параллельно вознаграждению по итогам работы вашей структуры, вы и ваши партнеры, мы все осваиваем новую, очень перспективную и денежную профессию в области электронной коммерции. Это само по себе стоит очень дорого. А здесь нам компания предоставляет информацию, обучение, инструменты, торговые площадки, прекрасный маркетинг-план, который будет сопровождать нас на всем этом пути во время освоения этой профессии.
Поэтому, пользуясь моментом, хочу еще раз обратить внимание всех кандидатов в этот бизнес, всех тех, кто еще не принял решение. Делайте выводы, сопоставляйте факты, просчитывайте варианты, берите ответственность на себя и принимайте решение. И чем быстрее вы это сделаете, тем будет лучше для вас самих. В любом случае, это безрисковый бизнес, открывающий свет в конце тоннеля, где можно зарабатывать либо самостоятельно, даже никого не приглашая, либо очень большие деньги в составе команды. Приглашаю вас в нашу команду. Поддержку и помощь мы вам всем гарантируем. Всего доброго! С вами была Надежда Мельман, партнер компании Infinii, и желаю вам всем больших успехов в этом бизнесе.